Здравствуйте, представляю вашему вниманию лот номер 5, Only Plus Vera Moda, Autumn Mix, женский микс. Костюм велюровый, в розовом цвете, кофта, рукав 3 четверти на завязках, снизу она на резинке. К ней идут шорты тоже такой же расцветки на резинке, размер костюма M. Юбка в черном цвете на резинке, она в рубчик. На рост 165-168. Теплые брюки флисовые в черном цвете. К низу они идут расклешенные, клеш. Карманы застегиваются на молнию. Сзади карманы зашиты. Размер XS. Платье темно-зеленого цвета, глубокий разрез спереди. Оно идет как халат на запах, завязывается на пояс. Рукав идет клеш с разрезом. И на рукаве есть ремешки. Карманы по бокам. Карманы зашиты в размере L. Платье сверху оно идет короткий рукав, оно идет двойное, внутри еще майка в полоску, юбка идет прямая в черном цвете в размере S. Теплая юбка, темно-синяя на резинке, на рост 160. Платье серого цвета однотонное с длинным рукавом. Юбка клеш. Платье в рубчик на рост 170. Платье в черном цвете. Прямое. На спине есть молния. Оно как бы безрукавное, но спереди как фонарик рукав. На рост 165. Футболка. Размер S. Джемпер. Он рваный идет такой. Размер M. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо за внимание.